Привет! Рассказываю, как приготовить вкусное тесто на пирожки с творогом. В глубокую чашку добавляю 5 столовых ложек сахара, 11 грамм сухих дрожжей, 7 столовых ложек муки и 1,5 стакана теплого молока. У меня стакан объемом 250 миллилитров. Все ингредиенты перемешала венчиком, а пару оставляю в теплом месте на 15 минут. Далее в отдельной чашке смешиваю 2 яйца, 1/2 чайной ложки соли и 1/2 стакана растительного масла. Соединяю обе массы, хорошо перемешиваю, и на этом этапе можно вводить просеянную муку. Всего муки понадобится 4 стакана. Муку ввожу порционно, пока тесто жидкое, замешиваю венчиком, далее вымешиваю руками. Готовое тесто убираю в теплое место на 15 минут, после чего можно начинать лепить пирожки. В качестве начинки я использую домашний творог. К нему добавляю сырое яйцо и сахар по вкусу. Перемешиваю, начинка готова. Перед выпечкой смазываю пирожки желтком, разведенным с молоком. Для этого нужен 1 желток и 1 столовая ложка молока. Для красоты можно посыпать маком или кунжутом. Далее отправляю в духовку пирожки. Духовка должна быть разогрета до 180 градусов. Выпекаться пирожки будут 30 минут.